Во-первых, мне очень нравится, когда в открытую дают. Тамбаров один из лучших исполнителей, правильно? Он своей левой ноги готовит эту вырезку, его никто не встречает, никто не торопит. Он спокойно выцеливает и подает туда, куда ему нужно. И второй момент, что человек выбегает вообще один. Ты хоть беги, топчи сзади, там, кричи, чтобы испугать. Бесполезно.